Открывай. Вот. То есть тут я думал, обложка перевернута. Она не только перевернута, а как бы два раза перевернута. То есть получается, страницы начинаются, ну, как бы 23. Значит, это. Да, то есть как бы наоборот все. Так, а здесь, если даже начинать ее, ну, сначала как бы читать, ну, вот типа отсюда, то получается, что 484, 485, ну, то есть ее даже читать невозможно, потому что это надо, если я читаю 452 страницу, 452 прочитал, то читается следующее не в естественном как бы направлении здесь, а получается слева. Ну и как бы получается ребенку, чтобы не сбить фокус, конечно же, эту книгу надо поменять. Я думаю, что вам книжное это агентство все компенсировать должно. Ну-ка, такая ситуация.